Шалом, дорогие! 2021 год — это год искренности. Именно так, год искренности. В Вестминстерском словаре богословских терминов дано такое определение слову «искренность». Это чистота и непорочность, с которой люди были сотворены по образу и подобию Божьему. После грехопадения образ Бога в человеке был искажен. Однако, когда мы стали верующими, в процессе освящения, образ и подобие Бога в нас восстанавливаются. Затем мы преображаемся в образ и подобие Иисуса. По этой причине нам нужно захотеть, чтобы Бог нас очистил. Наша задача — стать такой же целостной личностью, как Иисус, поскольку Он — цельная натура. В Евангелии от Матфея, 22 главе, 15 и 16 стихах говорится, «Когда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить Его в славах. Но вместо этого они признали искренность Господа Иисуса, сказав, «Учитель, мы знаем, что Ты справедлив и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо». Слово «справедлив» в новом международном переводе звучит как «искренний человек». Это человек целостный. Честный или искренний человек — это такой человек, у которого сердце, разум, образ мыслей, слова и поступки отражают мышление Бога. Они отражают мышление Бога. Такой человек остается искренним, потому что он любит Господа и боится Его. Господь наделяет такого человека благословением, согласно тому, что сказано в 24-м псалме. Это отрывок с 12 по 14 стих. «Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня боящимся его, и завет свой он открывает им. Искренний человек не таков, какими были книжники и фарисеи». В Евангелии от Матфея, 23 главе, со 2 по 26 стих сказано следующее. «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте, потому что они говорят и не делают». Господь Иисус сказал, что книжники и фарисеи — это лицемеры. Внешне они кажутся людям праведными, однако внутри они наполнены лицемерием и беззакониями. Господь Иисус сказал книжникам и фарисеям такие слова. «Змеи, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиенну?» Также напоминаю всем нам, в особенности проповедникам и учителям, если вы учите истине Слова Божьего и не можете никого научить, вам нужно честно в этом признаться. 2021 год в еврейском календаре — это 5781 год, и называется он годом «Пей Алеф», что значит 81. «Пей» или число 80 означает «открытый рот». Господь Иисус напоминает нам. Это Евангелие от Матфея, 12 глава. 36 и 37 стихи. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Праздное слово можно определить как лживое. Если мы учим истине, но не воплощаем ее на практике, это ничем не отличается от лжи. В притчах сказано, это 6 глава, 16 и 17 стихи, что лживый язык — это то, что Господь ненавидит. Еще притчи 11 глава, 1 стих говорят нам, «Неверные весы — мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему». Неверные весы можно понимать как обманывающие весы, а это мерзость для Господа. В послании Иакова, 2 главе, 17 стихе говорится, «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Так что, если мы верим в искренность Слова Божьего,
произносим его, но не исполняем, тогда наша вера мертва. Точно так же поступает неискренний человек. Поэтому я призываю вас быть человеком искренним. Еще посмотрим с вами 14-й псалом. Первый стих этого псалма говорит: «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей?» Одно из условий названо в 4 стихе 14 главы притчи: «Кто клянется хотя бы злому и не изменяет, искренний человек исполнит свою клятву, даже если это будет больно». Мир обычно называет по-настоящему искреннего человека глупым и недальновидным. Мирские люди заявляют, что из-за своей искренности человек многое потеряет. Многие люди, видя, что они могут чего-то лишиться, нарушают свою клятву и стараются найти какой-то обходной путь, чтобы максимально избежать потерь. Пожалуйста, вы остерегайтесь этого. Пусть ваше сердце не поддается соблазну поступить с подобным образом. Искренний человек будет делать то же, что делал Давид в 25-м псалме. Это отрывок с 1 по 3 стих. «Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, и испытай меня. Расплавь внутренности мои и сердце мое, ибо милость Твоя пред моими очами. Я ходил в истине Твоей». С точки зрения морали, Давид не был идеальным. Однако Библия говорит, что его жизнь показывает нам его зрелый и искренний характер перед Богом. Так что Давид, безусловно, искренний человек. Давид смело говорит Господу: «Искуси меня, Господи, испытай меня, исследуй мое сердце и мой разум, потому что я всегда помнил о Твоей любви и жил, полагаясь на Твою верность». Как и в другом месте, в одном из псалмов, тот же царь Давид провозглашает: «К Тебе, Боже, взываю, на милость Твою уповаю». Если в этом месте этот отрывок рифмуется на наш язык, то в иврите каждая песня, каждый псалом имеет характерное звучание, мелодику. Я хочу вам рассказать одну историю, как это было у меня лично. Вспоминаю, как в ранние годы моего служения Господь дал мне песню, в которой как раз и говорится об этом. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Menyanyi hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan kaulah sembah, layak disembah, layak disembah.
Когда стали распространяться диски с этой песней в моем исполнении, я услышал много критики в свой адрес от более старших служителей. Они говорили: «Ну как Ника осмеливается петь такое?» Я отвечал: «Разве это не слова из Библии, которые пел Давид?» Но служители так и не смогли принять эту песню. Я был совершенно шокирован тем, что эти служители думали по поводу моей песни. Я пел ее с осознанием того, что я готов к Божьим испытаниям. Это было в ранние годы моего служения. Возможно, кто-то из вас не сможет с уверенностью петь эту песню. Однажды я услышал, как кто-то сказал: «Пастор, Ника так смело поет эту песню, а вот я не готов ее петь. Я просто хочу вам напомнить, что Господь Иисус хочет видеть, что мы живем искренней жизнью, что мы праведны и чисты перед Богом. Дорогие мои, давайте сейчас споем эту песню все вместе». Jilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah. Hallelujah.